быстро разыгранного штрафного удара забивает гол. Теперь Витесу нужно четырежды поражать ворота Анжи, чтобы выйти в следующий этап. Вот, смотрите, какой нелепый гол. Гурам Каши подкатился, и мяч от ноги Самуэля Этоо влетел в ворота. Вот, смотрите. Гол получился в высшей степени курьезный, но в итоге счастливым. Я говорил о том, что Вельскюзин сегодня не проявлял себя. Может быть, сейчас у него появляется такой шанс от самого Этоо отбить 11-метровый. Но посмотрим. Так или иначе, разбег, удар и красиво Самуэль Этоо не без изящества посылает мяч под перекладину ворот Витеса. 2-0. И в гостях Анжи разбирается с Витесом даже спокойнее, чем дома. Ну, на самом деле, и Гус Хиринг говорил, что им, то есть футболистам Анжи, намного легче играть в гостях, потому что по-настоящему дома по непонятным причинам играть запрещают. Ну, вот просто невообразимым причинам я вот понять этого не могу. И это просто